Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я распакую несколько посылок, которые ко мне вот пришли недавно, довольно интересных. И поговорим мы о жетонах Луганского станкостроительного завода первого монетного двора Украины, как указано в этой книге. Давно меня просили записать видео на эту тему, но как-то не было материала, да и сейчас я в целом вдохновился тем, что мне нужно распаковать вот эту посылочку довольно интересную. И еще я покажу вам интересную вещь, которая только у меня на канале, и мало кто о ней вообще толком знает. Значит, так, в первую очередь здесь ко мне пришла книга. Смотрите, друзья, вот такая потрясающая книга. Она недавно появилась в продаже. На Виолете есть очень такая, знаете, приятная обложка, сделана качественно. Собственно, я так понял, составители данной книги по жетонам. Огромная благодарность людям, которые вкладывают свое время, делают такие проекты. Это просто действительно очень ценно для всех нас. Что я заметил буквально с первых секунд, держа в руках этот каталог? Просто он невероятно качественный и очень круто сделан. За те деньги, которые он продается, 200 гривен стоимость данного каталога, он просто потрясающего качества. И здесь у нас размещены жетоны. Собственно, сейчас я покажу вам эти жетоны, которые у меня есть. У меня даже есть номер моего экземпляра, 76-й. То есть до сотни данный номер. Ну круто. У меня был каталог по жетонам. Вот такой у меня каталог был до этого по жетонам. Конечно, гораздо больше страниц, но не так много и, собственно, изображений представленных жетонов. Они были вот в таком вот качестве. Но в целом, хоть как-то, скажем так, это уже неплохо. Да? Давайте полистаю сейчас. Вот мы видим предисловие. Я еще не читал, так что, к сожалению, пока не могу рассказать вам более подробно. Вообще, хотелось бы, конечно, эту тему на своем канале, может быть, как-нибудь более подробно показать. Вот такие интересные вещи, которые просто-напросто я даже и не видел. Не то, что сказать, на аукционах. Продавались, конечно, но хоть некоторые люди говорят, что жетоны – это такая очень специфическая тема, что могут быть много подделок и так далее. Но в целом я понимаю, что это все-таки наша история. Наша история, как это все начиналось, как это все производилось. Потрясающие, смотрите, какие интересные жетоны. Вот у меня есть такой даже. Давайте сейчас буквально немножко пролистаю и покажу, что у меня есть, и покажу, что мне прислали дальше в этих посылках. Вот, жетоны, которые у меня есть, я храню вот таким вот образом. Смотрите. Здесь вот эти жетоны, которые, соответственно, сейчас я показывал, да, вот год тигра, например. И обратная сторона, пробные жетоны Луганского станкостроительного завода. Они для метрополитена разрабатывались, вот такие вот. Давайте полистаю еще немножко каталог. На самом деле я очень приятно удивлен по качеству и рад, что я его приобрел. Здесь мы видим изображение и, собственно, стоимость разных жетонов. Для тех, у кого этого еще нет каталога, я так немножко пролистаю. Немножко тут склеились листы, но, видите, можно сказать, прямиком из печати. Прямиком из печати данный каталог на обзор. Давайте пока распакуем, посмотрим, что же мне прислали, какие, собственно, посылочки. Как раз здесь у нас и жетончики, Луганского станкостроительного завода, который мы видели в обзоре. Отлично, гляньте, упаковка.
Вот так они замотаны. Вот у нас первый дракон мы видим. Дальше. Упаковка супер. Просто никакого скотча. Аккуратненько. Так, друзья, давайте я не буду изменять традиции и надену перчатки. Пусть даже они в таких пакетах. Вот у нас тигр. Десятый. Вот крысы. Вот собаки. И такой тоже довольно интересный жетон. 15 лет независимости. Довольно, кстати, большой. Я видел на фотографиях этот жетон. Не знал, что он такого большого размера. Вот. Давайте дальше. Что здесь у нас? Здесь, собственно, Киев. Да. Который у меня есть в дубле. Ну вот у нас без надписи Киев. Сейчас покажу. И с голландскими, гляньте, цветочками. И финальный. Год петуха. Так, ну что. Значит, давайте-ка покажу вам, во-первых, в книге Максима Загребы. Есть у нас эти жетончики. Есть, собственно, самый с надписью 100, довольно редкий, не часто попадается. Цены, я не думаю, что соответствуют, потому что я брал дороже намного. Виктория, плюс редко встретить. Виктория тоже гораздо дороже. Эти ориентировочно цена указана правильно. Давайте покажу. Так, еще осталась одна посылка. Смотрите, вот так они у меня хранятся. Вот 100. Эти жетоны. Что еще? Еще у меня есть вот такая книга. Первый монетный двор. Здесь мы видим, собственно, описание проб ЛСЗ. Последняя проба. Вот описание конкретно про этот жетончик. И вот такая посылка, но она отличается тем, что она была не из не Украины, а она приехала у нас из Китая. Что же в этой посылке, друзья, вы ни за что не угадаете. Просто я бы, наверное, сам не поверил, если бы не увидел. Помните мой ролик, в котором я показывал дизайн 3 копеек, которые не были выпущены. И в этом пакетике мы видим не просто дизайн этих 3 копеек, а реально производство этих 3 копеек в Поднебесной. Китайцы взяли дизайн, который мы презентовали на моем канале, и произвели вот такую монету 3 копейки. Это просто не верится. Конечно, это заготовка размером под 15 копеек, которую они клепали. Да и цвет такой, видите, золотой. Но насколько такое возможно? Действительно, я заказал себе, она обошлась мне в районе $1.5 за каждую монетку. Вот такие 3 копейки в дизайне, который был официальным, который разрабатывался на Луганском станкостроительном заводе, монетка 3 копейки, которую не утвердили и даже не делали, не штамповали. Заготовки, возможно, под нее есть, и даже я видел. Вот их, ну, в руках не держал, ну, они наверняка где-то могут быть. Вот, вот такая вот монетка 3 копеек. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели. Вот так показал я вам жетоны. Действительно, для меня очень интересная тема. Я ее изучаю. Если кто хочет рассказать по этой теме, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я с радостью приглашу вас на интервью. Работники завода, те, кому эта тема действительно близка, я с радостью позову в эфир, потому что не хочу сейчас что-то рассказывать того, чего я не знаю, выдумывать. Но каталог меня очень приятно удивил. Я изучу его, посмотрю, какие у меня жетоны есть в коллекции. Вот. И, конечно, это просто очень качественно, очень интересно. Друзья, спасибо вам, что делаете такие книги. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. И всем счастливо. Пока.